18.01 совершили два дорожно-транспортных происшествия по адресу набережной Афанасия Никитина и на Петербургском шоссе. Почему со вторым участником вы не прибыли в ГИБДД? Потому что девушка сказала, что повреждения не сильные, и что, допустим, мы можем просто так это все решить без поездки там, в Украину. Но несмотря на это, она в тот же день прибыла в ГИБДД на оформление. Вопрос почему? У меня такой же вопрос. В тот же день, 18.01, на Петербургском шоссе. Какая ситуация здесь, в городе? Я вот ехала после первой же аварии, я сама такая растерянная, честно, да, там тоже был перед светофором, там общественный транспорт стоял, потом девушка ехала, и я также, получается, в бампер задний ехала. Мы съехали с дороги, к магазину маленечко отъехали, чтобы там не мешаться. Все, она также позвонила, она говорит, ну, у меня тут повреждений фактически у нее нет. Номерами телефонов обменивались? Она взломала номер. Это и в первом ДТП, и во втором ДТП? В первом я не буду врать, я не помню, номер телефона набрала или нет, второй – да. Если вы обменивались номерами телефона, почему вы сами выходите на связь с потерпевшим? Я очень много в это время звонила, у меня много было номеров, я не нашла его. Я хорошо, если вы не нашли номер телефона, то как-то явиться в ГИБДД? Возможно, да, у меня просто такая ситуация была в жизни, чтобы еще все было. Вы знали, что вы лишены права управления с 21.10.2021 года? Что уже лишены? Нет. Что вы лишены уже права? Нет, я знала, что какое-то время после того, как меня остановили, что я могу ездить, я ждала, допустим, извещения какие-то судебные, но мне ничего не приходило. 24.01 вам направлялось извещение, 2.02 вам направлялось извещение, 28.01, 16.02 по четырем извещениям мы так и не прибыли, а направляла все по прописке. Вы не получали? Нет, не получала. Я некоторое время жила у мамы. Два дорожно-транспортных происшествия было несоблюдение дистанции с вашей стороны. Что и в первом ДТП, что и во втором ДТП, да? Возможно. Возможно? Возможно, я это не помню. А в связи с чем это произошло? Не знаю, не внимательно с ним. Или из какого-то плохого самочувствия? Да, самочувствия нет, нормальное было. А автомобиль на тот момент был застрахован? Я не помню, честно сказать, но была страховка где-то должна еще лежать, там указано друг друга. Я только еще не выкидываю. У нас такие сведения есть, что на момент ДТП у вас автомобиль был, не был застрахован. Я не помню. Страховка должна была подходить к концу уже, когда она страховалась. То есть вы за этим не следили? Я не то, что не следила, я вот именно на момент ДТП не знаю, закончилась она уже или